Над шестою частью суши гордо реет Марс противный с толстым-толстым шоколадом. В шоколад напихан сахар и шматок густого меда, чтобы части этой сласти застревали меж зубами, разъедая слой эмали на зубах российских граждан. Боли! Будет много боли! Вслед за ним маячит Сникерс. Тот, что съел ты, непорядок. Больше есть ты не захочешь ничего до самой смерти. А захочешь, так не сможешь, так как жареный арахис растворяется годами в наших слабеньких желудках. Жутко, братцы, просто жутко. Ну а коли вам все мало, вы резцы свои вонзите прямо в баунти с размаху и останетесь навечно с чисто райским наслаждением. Извлечение оттуда всех кокосовых опилок. Но страшнее всех шоколадка, что зовется Milky Way'ем. Та, что гадина не тонет в молоке, как ни старайся. Хоть топи ее в бензине, хоть мочите в керосине, не утонет эта плитка, если только ты не держишь ее сам у дна руками. Знаем мы все этот фокус. Нас оберткой не обманешь, коль оно в воде не тонет. Мы такое есть не будем, будь оно хоть трижды нежным.